друзья, всем привет! Я рад вас видеть на моем канале. Канал про охоту, рыбалку и многое другое. А вы смотрите этот ролик. Регулируется, комплекты имеются, прокладки, прокладок, применяющих.
как для охоты, так и для различных спортивных. В такой комбинации, в такой комплектации ружье можно использовать. А вот практически стрельбе. Удлинитель дополнительно, ну, может быть, это опционально, да? Или он идет в комплекте? Нет, это опционально. В комплекте к ружью традиционные 5 черных сужений, ключные экзамены, боевушные расставки и атаки. Это вот минимально необходимый комплект. Хорошо. Все остальное это уже фантазия. Хорошо, цена в вашем магазине на данную модель на сегодняшний день? 84 тысячи. Да. И, ну, у вас, я знаю, бывают акции периодически. Ну вот на сегодняшний день, актуальная акция. Какие-то акции периодически, ну, да, вас, мы там проводим. Бывает в течение полугода там. Мы очень гибкие к нашим потребителям. Вот. Соответственно, привлекаем к себе таким образом внимание. Следите за нашим инстаграмом. Да, я ссылку оставлю в описании на инстаграм, на сайт. Ребят, подписывайтесь на наш сайт, на наши странички ВКонтакте и ВК. Мы размещаем заранее все планируемые наши акции. У вас и новости всегда на сайте, чтобы посмотреть. Можно, конечно. Это у нас ствол, ствольная коробка. Механизм, затвор. Так. Это у нас лапка затвора. Лапка затвора и цевьё. Сейчас Александр покажет нам, как оно собирается все. Легко и просто. Это, напомню вам, инерционка. Лапка очень легко вставляется. Легко. А не вылетает она, допустим? Ну, если подсядет пружинка, которая фиксирует, да, то это легко лечится. То есть, когда чувствуешь, что начинает фиксироваться слабовато, можно эту пружинку поджать. Ну, все. 2 секунды. Инерционка собрана. Ладно, ребят, у нас сегодня на обзоре Marucci Nexus 12 калибра. У ребят это ружье. Я думаю, на этом мы заканчиваем. Да? Ладно, всем удачи. Подписывайтесь на канал, на ребят, на меня и на всех. Все, всем пока.